Значит, в нашей группе сегодня очень много обсуждалась тема, в первую очередь, личности. Было очень много мнений. Все-таки мы постарались прийти к общему мнению и поняли, что кем же на самом деле является личность. По мнению группы получилось, что человек, находящийся в социуме, уже является личностью. Но тут следует пояснить, что личности-то бывают, ну как бы это две крайности, двух типов. Первый тип личности, с нашей точки зрения, как бы это положительный, хороший тип личности, это человек, который готов инвестировать свой потенциал и ресурсы на благо общества. Ну и второй тип личности – это человек, который существует в обществе, но на благо самого себя. Так вот, чтобы прийти, группа решила, чтобы прийти и определить, какие же вызовы перед страной стоят, мы постарались сначала определить цели для страны. Ну вот у нас получились такие цели. Итак, мы сформировали вот такие вызовы, которые стоят перед страной. Самый главный вызов – это, конечно, потеря суверенитета. Ну и вывод. Можно это читать? Требования, стоящие перед страной. В стране нужно создать условия для формирования личности типа номер один. Правильно ли я понимаю, что создавать условия для формирования личности типа номер один – это не только требования, стоящие перед страной, но это и задача, которую группа озвучивает, которую вы собираетесь на игре взять? Правильно? Ну, в общем, да. А как понятие развития связано с личностью? Человек, если человек не развивается, он является личностью? Правильно ли я понял, исходя из определения личности, разработанного вашей группой, что если человека изолировать от социума, он перестает быть личностью? Если он изначально был изолирован, то да. Пожалуйста, суждение. Я просто обратила внимание, что вот там были слова формирование личности, образование личности. У меня еще вот в голове вертится создание личности, например, или там появление личности, рождение личности. Вот хотелось бы, чтобы группа ответила на вопрос, что на самом деле с личностью вот из этого всего происходит, и действительно ли оно происходит в социуме, происходит ли это с детьми или со взрослыми. Вот мне кажется, вот это очень интересно просто. Не знаю сама ответа. А у меня, значит, такая фиксация и такое суждение. Мне кажется, что это первая группа, которая, ну, как бы напоролась на реальную проблему. И очень здорово, что выделили тип личности 1, тип личности 2, потому что тут действительно проблема. Понимаете, то есть вот эти все локусы, личность, социум. Ну вот я что могу, как бы сказать, не подсказку, но то есть как бы вот есть, ну как это... определенные, что ли, закономерности в рассмотрении всякого такого вот мыслительного материала. Если имеешь два, ищи третьего. То есть если связку личность, социум, личность, общество не разбинарить, не найти третье начало какой-то эквивалентной значимости, то разработать эту проблему будет, ну, значительно труднее, чем если найти. А можно сочетать, значит, сочетание вот этих вот бинарок, личность, социум, да, и еще, значит, вот возможных каких-то троичных построений. Признак, который был назван здесь в формулировке, главное качество личности, потребность жертвовать собой для блага общества. Ну, я бы предложил как модернизацию просто вашей формулировки, потому что, собственно, я размышлял над вашей, и вот у меня какая получилась вещь. Главное качество личности – это готовность, не потребность, а готовность взять на себя ответственность за судьбу страны. Если вы говорите про вызовы, кстати, потеря суверенитета, демография, что нужно сделать человеку для того, чтобы взять на себя ответственность за демографический вызов? А я так понимаю, что группа, которая взвалила на себя суперзадачу тоже, найти способ из человека обычного, я бы сказал так, не личности два, вот человека обычного, из нас, вот здесь сидящих, из любого, найти способ сделать личность. Это крутая задача. Я желаю вам успеха и нам всем. Спасибо. Последний доклад. Группа «Наука развития». Сегодня мы поговорим о модели понятия развития как начало науки развития. Мы, собственно говоря, сегодня в нашей группе большую часть времени пытались понять, что же такое развитие.
На основании этого решения мы выдвинули, скажем так, два тезиса, два постулата. Только осознание всех аспектов развития является залогом его эффективности. Коммуникативное взаимодействие приводит к гармонизации аспектов развития. Что есть развитие? Какие в него входят аспекты? Наша группа решила, что это ценности, это направленность. Ценности каждого человека. Направленность — это туда, куда мы двигаемся. На картинке представлено так, как мы это себе представляем. В центре находится я, человек. Каждый из нас рождается маленькой точкой. У него все эти качества практически равны нулю. Мы поставили перед собой следующие вызовы. Человек и общество теряет в период взросления маленького состояния под воздействием различных факторов, теряет вот ту идеальность. Мы ставим, как можно сохранить эту идеальность. Как, для этого нужна наука о развитии. Как, какие методы, какие методологии. И как сохранить, создать такое общество, где максимальное количество людей будут с максимальным осведомленностью, осознанностью и максимальным идеалом. Прошу следующий слайд. Хочу закончить, что стремясь к невозможному, получишь максимум. Спасибо за внимание. Задам вопрос. Я могу первый задать вопрос. Скажи, пожалуйста, реально ли, что человек, каждый из нас, у него какой круг? Вот. Может ли все в равной мере развиваться? Если не развиваться в равной мере, то что с ним происходит? У человека реального, который сидит в нашем зале и который есть вообще в жизни, у него круг неравномерный. Вот в этом круге как-то учитываются вообще отрицательные качества людей? И второе, это суждение. Мне кажется, если в мире вот все будут такими идеально круглыми, это будет очень скучный мир. То есть какой-нибудь сумасшедший профессор, вот, который абсолютно не идеальный круг, это, наверное, лучше, чем совершенный вот. Отрицательные качества. Мы же понимаем, что все в жизни относительно. Для кого-то это хорошо, для кого-то это плохо. И каждый развивается в своем понятии. Как раз-таки, может быть, есть что-то сознательное, несознательное, но когда мы делаем какой-то сознательный выбор, все в жизни относительно, плохо это или плохо. Лиза, и лучше все-таки не отвечать, а ответ был правильный. Мы подумаем в группе над этим. Это же не было в докладе группы, а вопросы на понимание у нас. Вот я не уловил, что является движущей силой развития? Движущей силой развития? Это является, собственно говоря, коммуникативное взаимодействие. То есть это именно общение, взаимодействие между разными объектами. Я правильно понял, что вы считаете, что у вас доклад по теме дня? Или вы оговорку такую делали, что он не по теме? Ну, он, наверное, не совсем близко к теме. Не совсем, не полностью, не полностью. Спасибо. Угу. Коллеги, у нас время истекло, 22:09. Тема сегодняшнего дня была «Внешние вызовы и требования к развитию страны». Я так понимаю, что этим докладом группа, видимо, забежала далеко вперед, решив проигнорировать тему дня как неактуальную для группы. Мне это не очень понятно, почему группа считает, что группа не обязана работать с темой дня. Не очень понятно. Но, тем не менее, вот время истекло. Я предлагал бы не усложнять нашу сегодняшнюю работу. Вы сделали сообщение не по теме дня.